Проблемы и перспективы внутреннего, въездного и выездного туризма участники регионального турфорума уже поочередно обсуждали в Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Казани и Санкт-Петербурге. Сегодня туристические агентства приехали в Сочи. Всего более 600 участников, в том числе зарубежные из Болгарии, Турции, Испании, Израиля и других стран, привлекательных для российского туриста. Для участников в рамках конгресса выставки, семинары и презентации. Свою провел и Сочи. Замглавы города Сергей Юрченко рассказал, что на курорте в прошлом году отдохнули 6,5 миллионов человек. Планы на год нынешний принять как минимум не меньше. Привлечь в Сочи потенциальных туристов поможет и региональный турфорум. Нам предоставляется уникальная конкурентная международная площадка во многих городах страны. Конечно, важно хорошо подать себя и максимальное количество туристов привлечь в город Сочи на отдых. В рамках форума говорили и о стоимости путешествий. Кстати, в Сочи цены на бронирование сохранятся на уровне прошлого года. Сейчас уже началось бронирование на летний сезон. Мы видим, что цены сохраняются. Это очень важно. И, знаете, если мы, нам удается сохранить как минимум то количество потенциальных туристов, которые прибудут в этом году, то мы, безусловно, имеем возможность не повышать цены. Ну а дорожают туры в большинстве своем за счет дорогих переездов и перелетов. Это 3/4 от стоимости путевки, посчитали туроператоры. Они отмечают, что подорожание авиаперевозок в этом году отразится на выездном туризме. Но это благоприятно скажется на развитии внутреннего. Затронули на региональном форуме и возможности введения в Сочи системы «Все включено». Не будем забывать, что в Турцию ездят в основном все-таки на пляжный отдых. То есть люди в основном приезжают в отель и в редких исключениях они ездят по городу, покупают экскурсии и так далее. В России все-таки немножко другая концепция. То есть люди в отеле проводят намного меньше времени, чем в Турции. То есть не хотят что-то посмотреть, ездят на экскурсии и так далее. И привязывать себя all-inclusive к одному месту все-таки не всем, конечно, это приемлемо. Вот опять же из разницы концепции возможно, что не приживется. Из южной столицы региональный турфорум переедет в столицу страны, в Москве, и подведут его итоги. Ну а глава Сочи в марте отправится в очередной инфотур по российским городам с рекламой курорта. В списке Воронеж, Сургут и Нижневартовск. Инга Габеша, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.